Большая аудитория Пушкинского университета всегда становится особенно торжественной в такие минуты. На открытое зачисление обычно приходит много людей. Причем это не только абитуриенты, но и их близкие. Те, кто был рядом в непростое и волнительное время вступительных испытаний. Конкурс по специальностям физико-математического факультета состоялся. В среднем около 2 человек на место. И так по многим направлениям. В целом, желающих поступить в Пушкинский вуз было достаточно. Абитуриенты в своем большинстве мотивированы. Среди них есть и отличники, и выпускники классов педагогической направленности, и титулованные спортсмены. Если рассматривать, кто подавал документы в университет, то, конечно же, это и 20 медалистов, и те, кто окончил среднеспециальное учебное заведение с отличием. Это и целевики, кто поступал по целевому направлению, 31 человек, и 18 выпускников педагогических классов, которые поступают в университет по собеседованию. Очень приятно то, что на факультет физвоспитания подали документы 25 человек, которые являются мастерами спорта, победителями и призерами чемпионатов Европы и Республики Беларусь, выпускниками училища Олимпийского резерва. Поэтому мне кажется, да, не кажется, я уверена, что в этом году нашу университетскую семью пополнят очень достойные абитуриенты. Услышать свою фамилию в заветных списках мечтал каждый из присутствующих. Однако, согласно правилам, зачисления прошли только абитуриенты, имеющие необходимое количество баллов. Эмоции уже счастливых первокурсников зашкаливают. Рад, что я поступил туда, именно туда, куда я хотел. Ну, рад, что есть даже некоторые знакомые люди, и что, в принципе, будет несложно адаптироваться так в своем родном городе. И просто буду сейчас учиться, готовиться к уже взрослой жизни. Документы на платную форму получения образования в приемной комиссии университета будут принимать до 15 августа. Окончательные цифры вступительной кампании будут известны 17 августа. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Павел Малышенок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.